Спасибо. Прошлый концерт в городе Сургуте наш проходил здесь, в порту, и буквально сразу после мы отправились в далекое путешествие на 2,5 месяца в солнечную, разную, чарующую Индию и привезли для вас специально несколько новых композиций. Следующая, как раз одна из тех, называется она «Дияри Ишке Мей», что можно перевести примерно как «Если ты чувствуешь связь». И эта песня, она из цикла «Кавалли», это духовные песнопения, но поучительные. Она повествует о человеке, который скитается по улицам города, жалуется на жизнь свою, просит милостыню и говорит, что Создатель его обделил благами. Таких людей называют в Индии саду. У нас это бомжи, а у них саду. Но саду человек духовный. И это песня о том саду, который несовершенен, возможно. Ведь если ты чувствуешь связь, неужели она не делает тебя сильнее, не помогает тебе здесь и сейчас? Дияри Ишке Мей.
отправились в Индию, у нас были планы, идеи, маршрут весьма подробный. И все пошло прахом. А Индия вмешалась в наши планы. Бесцеремонно мы хотели на юг, она отправила нас на север. И так было нужно. Мы это поняли не сразу. И даже никогда стояли двое суток в автобусе на границе Джамму и Кашмир, потому что в горах шел снег. И композицию следующую мы посвящаем такому путешествию. И желаем вам всем такого путешествия. Называем ее «Trip to» куда-нибудь. Путешествие не знаю куда. Мне кажется, так лучше. Композиция звучала здесь и в прошлом году.
Называется она «Brandon Song», и это песня о бесстрашном мореплавателе, который провел долгие годы в море в поисках острова своей мечты. И нашел таки. Time are all ever noise. There are no star to guide no wandering nose. Sun to find the shore. Sail the seven seas, journey 7 years up the seven waves, till the final sea of whales become the paradise of birds. And in the Arctic sun, gaze beyond horizon. Out of the bed she the lano in retracing a spot turn there we find a way through our despair. Brandon's true friend means eternal is white, the storm of the century. Sail the seven seas, journey 7 years, south the seven waves, till the final sea of winds become the paradise of birds. And in the Arctic sun, gaze beyond horizon. Out of the bed she will know. За это время. А этой осенью мы были в Чехии.
изъездили ее с севера на юг, были в горах на границе с Германией, были в степях на границе с Австрией, еще посетили удивительный городок, солнечный, такой уютный, называется он Чешский Крумлов. Всем рекомендую, после Праги, именно туда. Так вот там, на городской площади, мы поймали буквально двух девчонок, прижали их к памятнику, сказали: музыки быстро, нам. Они говорят: какой? Я говорю: как мы любим, чтобы было сильное и минорное, грустное. Да, ну вот так повелось. И эта песня, вероятно, о герое. Звали его Ян, там так зовут, наверное, каждого второго. Ян Гус, Ян Жишка. Или Йозеф. И вот этот Ян, он, как мне кажется, очень любил свободу, как и мы все, как и вы. Все. И, пожалуй, больше свободы он любил только свою родину. И за родину он отдал жизнь. Песня называется «Мези хорами». Чешский очень близок нашему языку. И есть версии, как переводится название «Мези хорами». «Между горами». Да. Ну вы все поймете, музыка вообще, она такая, не обязательно что-то знать. Главное — слышать и чувствовать. Проверим немножко звук. Всем любителям Шотландии, Ирландии также посвящается. Низит. Больше давления, друг. Вот это очень капризный инструмент. Ну да ладно, бог с ним. Поехали. Nice!
Thank you.
Спасибо, друзья. Опять. Эта песня, инструментальная вещь, она посвящалась как раз тому самому Янику погибшему. Только за несколько мгновений, тогда, когда он вел войско в бой. Называется она «Гимн непобежденных». И наверняка вы знаете такой фестиваль, как «Абалакское поле». Еще такой фестиваль «Щит Сибири». Так вот, возможно, эта композиция, когда мы ее запишем, станет гимном одного из фестивалей. А следующая композиция вам уже знакомая для всех любителей неровных размеров. Тема на 5 или «Сон Мантикоры». Thank you.
Свободнее сзади. Можно танцевать. Thank you.
Sunda, unda tingitet, na buzitet profunda, zikure sunda. Микрофон включить, вот это что-то совсем не слышно. Ну, после такой бодрой композиции мы вернемся к любимому делу. Кстати, сыграли мы так же, вот как раньше играли. Слегка с расстроенными инструментами. К медитации. Следующая композиция. Вам знакома, называется она «Шелковый путь. Между нами Восток». Медитативная вещь. И редко, но такие есть, кто танцует на наших концертах. В основном народ сидит с закрытыми глазами в переднем ряду. Потом на видео все это видно. И вот сейчас самое время сделать так, если хотите. Thank you.
To see with me, there are things that you should know. So let your heart sail with me. We'll cast away from town and we'll sail away on music inside this simple sound. In that mood, if you don't know the battle line, this simple ground.
incorruptibly born is made from wood and parts. It's now to sail the ocean, but it sure can sound my heart down deep. You feel the music when it rises another sail. While the ocean rocks with world around, the wind will never fail. Композиция прозвучит на Кашмире. Кашмирцы — это гордый народ, живущий в горах на границе с Пакистаном. Там через каждый километр, а то и меньше, 500-200 метров стоит солдат с автоматом. Стреляют, черт возьми. Спросил я у друга нашего Мосина: а если будет война, что делать будешь? Пойду, говорит, на войну. Мы подъезжали как раз в Кашмир. Проволока колючая, база военная. И все вот так живут. И в 6 утра в мечети. Аллаху Акбар! 3 дня мы были там, и ровно в 6, никому не сказав ни слова, на юг. Через Дарамсалу Ришикеш, туда, где солнце, а пока там. Песня называется «Дей Каркарус», она о том, кто уходит. Сегодня была уже одна такая. Но она немножко другая, и о другом. Каждый раз, когда кто-то уходит, он может не вернуться. А если вернется, но кто-то другой, то, может быть, так всякий раз и получается. Дей Каракарус забудь,
Ahalaudas Yahush Dadaraya Draumato Daikara Karusapot Ahalaudas Yahush Dadaraya Draumato Yashandali Ohazanane Vori Gare Trevit Gokoda Draum Mato dai cara caro sabora allodes ya us dalera e drama tu Друзья, эти аплодисменты нашему барабанщику Александру. Он ведет в Омске школу барабанов, играет на... В общем, громко играет очень. Который не вывез этот трек. Нет, вывез, молодец. Давайте еще раз ему поаплодируем. Очень все было аккуратненько. Песня о маме и о мальчике. Нункума инна барана мунна ли нади. Инна бараке сумба кородзи мунна ли нади. Нункума, посмотри, вот мама идет твоя. Но помни, мама это всегда мама, даже если она вор, даже если она вся в долгах. Это все равно твоя мама. Somba corazin, mona lina di.
Maria e na barraque sombra coradi Mona linda di e no kumai na barana mona linda di e na barraque sombra coradi Mona linda di Mona Lina G, e non comai Inna barana Mona Lina G Inna barache sombo coraggia Mona Lina G, a la vana A la vana A la vana Thank you.
А когда индус просыпается, он делает так. Хей, Рам, открывая глаза в руки, что значит «Здравствуй, мир!» Каждый день новая жизнь. Хей, Рам, вместе с нами можно петь. А, текст переведу. Тухи мата, тухи питахи, ты мать, ты отец и так дальше. Ты день, ты ночь, утро, вечер, зима, весна. Все, в общем, ты. Все одно. Поехали. Yeah.
Спасибо, друзья. Спасибо большое. Спасибо вас, что вас много. Вот, ну а мы улетаем скоро совсем в Индонезию, где много-много в лесах диких обезьян. Да, и будем слать оттуда вам приветы в качестве всяческих там записок о том, как нам хорошо, как мы переплываем реки с крокодилами, как мы мерзнем в горах, мокнем под проливным дождем и вкушаем фрукты экзотические. Ну а потом вернемся, и если не весной, то, скорее всего, где-нибудь также в конце осени, в преддверии зимы, еще сыграем для вас. Да, спасибо, мы поклонимся, друзья, и начнем собираться, потому что у нас скоро поезд, нас ждет Тюмень. Не просто ждет, а жаждет. Эй! Еще один поклончик. А теперь грудью тянемся к ногам, копчиком тянемся вверх. А теперь подъем, ручки вверх. Эй, намасте! Спасибо! Да уж, пока есть, значит есть. Я смотрю, я сокращаюсь. Мне тут сначала так жарко стало.